потенькую за попку. Кто-нибудь присыпочку с собой взял для попы? Да, я люблю присыпочку. Смазку. Смазку? Не. Смазка это... Так что я прокачал сейчас? Да, я прокачал. Увеличивает число снарядов в каждом вторичке. А как они сгорают смачно. Ой, как сгорают, просто неверно. Вот это я, конечно, офигел. Жаль, что патронов так мало. Ребят, Андрюш, приди, пожалуйста. Что, ты умираешь? Я вижу. Чё-то я не ожидал такого поворота. Stay still. Спасибо. Второе дыхание тоже. Прям вот эта жесткая снайперка. Детский щит никому не нужен. А вон там смотрите, что емкость 116. Что там есть? Что-то. Так капрала сначала го найдем. А, все, ладно. Что-то было. Потом уже с ним это чем-нибудь сделаем. Вон он лежит, я вижу. Давайте его спасем. А, нет, это труп какой-то. А, вижу. Ребят, которые им занимаются. Хилинг. Искатели хранилища, не думал, что это меня спасает. Я пока... пока с ним разговаривать, я пока украду что-нибудь здесь. Он спать собрался, Кирич. Спокойной ночи. Ребят, тут что-то ящик хороший. Ну, если у него есть снайперки, то... Автоматы. Что-то они не очень. Не очень? Ну, ладно. Ну, ладно, короче, он нам скажет с энергетим. Есть подозрение, что на джипе тут можно было проехать. Ну, вроде как нет, потому что там какие-то круги были. Не очень так было, наверное. У нас есть дополнительная миссия в этом задании. Что, пройдемся по ней, нет? Какая именно? Да убивать как кровомесов? Я понятия не имею, но там, видишь, они разным цветом обозначены. Да, мне кажется, дополнительно. Давайте кровомесов тоже. Лагерь ветролома. Я бегом? Подожди, Андрю, что? Там противник, я, короче, сейчас хедшот замочу. Вов, там это аптечка, да? Вроде да, не хедшот, твою сейчас, мать, сейчас. А я надеялся на хедшот. У них вообще голова есть или нет, чтобы это было да. Честно? Там, где глаза. Вон, смотри, вы уже двух убили. Я это они тоже... сгорели. Сгорели? Гори. Вот, хедшотик. Хедшотики. Лагерь ветролома. Таран-таран-таран. Критикал щит. Сюда она. По одному, ребята, пожалуйста. Энергоблок выпал. Добыть энергоблок. О, нифига, он кувыркнулся от моего выстрела. Мне надо разблокировать еще один слот для этого. Для оружия. Я не знаю, правда, как, но надо. Просто с ножа запинали. Да-да. Ну, турель вроде что-то делает. Довольно-таки хорошо. Кочевники со щитами, это просто неимоверно. Неимоверно. Вот я ему спину зашел. В голову! Возможно, в голову тут где-то есть сундучочек. Да. Горит. Да, посмотрите сверху, они обычно сверху бывают. Та-дам. Ох, здесь какой-то... Тут еще сверху кто-то отстреливает. Ай, твою мать, кочевник! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нечто жестко. Классную штуку нашел, по-моему, это щит. Они здесь крайне бедно живут. Что вам сказать. Хотя тут есть винтовка, Кирилл, наверное, для тебя автоматы. Иди посмотри, зеленый. Да сейчас. Нашел мгновенный щит с 11 уровня. Твою ж мать. Эндрюш, я бегом. Я нормально, я поднимусь. Я нашел какой-то фиолетовый бакс. Фиолетовый... Ой, да, у меня таких два есть фиолетовых бакса. Их, по-моему, на уровень можно менять. What? Или что-то такое, у меня просто там было написано в подсказках, а я добавил. Ну, спасибо, я сам.
5 читайте. Где вы, где вы есть? Вот тут, а Кирюх, вот. Смотри, вон две. Твою ж. А, вот это вот вторая хорошая, вот спасибо. Ничего. Вот она, 36. Не без толку. Не только снайперки. Вот он. Читаю. Ой, какая она классная. Так, где он есть? Вот он. Цистерна с бензином. Офигеть, вот это он. Я тут один развлекающий. Ага, вижу, не один. Не-не-не. Вова, есть идея, короче, потом на снайперку поставить на узон. Файт. Файт на узон. Мы теперь по уровню сравнялись, как ты хотел. Ай-яй-яй, опять потом подгорел. В каждой серии это... будем зарубу устраивать. Да. Ё-моё, а чё нажал? Ты умер. У тебя вроде еще было много времени, я не знаю, почему ты умер. А, там, суицид, короче, да? Если удерживать Е, там нажимают статус. А, суицид, да, ясно. Мне кажется, что-то рушится, нам пора сваливать. Ой, как я далеко, вы не представляете. Так, а куда нам? Нихер было умирать. Добраться до убежища, найти лейтенанта Дэнси. Как я помню, это было дополнительно убивать этих кровомесов. Это было, а, мы теперь идем к воротам. Теперь к основному идем, да. Погнали, попробуем. Вот мне бежать-то теперь. Кирюш. А ты можешь там остаться. Мы все равно туда куда-то бежим. Я хоть патроны к пистолету подорвал. Вот, кстати, мы вот тут не проехали на тачках, так что. Или проехали. А там пока все. Хер его знает. А там был второй проход, может там проход. Черт. Что-то об этом не подумал. Неважно, мы приключенцы и на своих двоих справимся. Да. Кстати, вы видите кактусы, а меня просто раздражают. О, нифига себе, нихера он меня так жахнул. Кем? Я бы так сказал, не слабо. Кем? А ну удари его. Давай, удари его. С руки. Ой, ладно, он меня все равно и так ударил. Кирич, ты же там развлекаешься, ты шо? Да я тут продаю. Рейтинг безбашенности 5. Я к вам иду. Я и тут нашел этих мордоплюев. Магазинчик. Пока с ним. Магазинчик мордоплюев. О, Вова. Mm-hmm. Иди сюда. Дуэль. Ой, что-то вы друг с другом сражаетесь. Да, мы по ноузумчикам. Воу, вот это моя броня полетела. Да, моя броня полетела к чертям. Я хочу... Я хочу мощь реванш. Кирилл, what the fuck? Кирилл! Брат! Жень. Чё-то их много, я переоценил свои силы. У нас тут этот кооператив немного. Да? Да. О, Йо 4. У меня 4 Йо. А я тоже это подобрал, я что-то нашел фиолетовый. Да, фиолетовый. Только сейчас с ними теперь делать. Я не знаю. На них вроде можно где-то было сыграть в какой-то рулетке на крутой троп. Черт, я когда-то давно играл, и вот мы сейчас за ворота не доберемся до города. И там будет масса развлечений. Справа? Вот здесь, короче. Это наши тачки, которые мы это сделали, да? Угу. Или это не наше? Да, это наше. Чё-то здесь ничего прошло. Ну, я норм, я подхилился, мне больше для жизни как бы не надо. Поехали, ребят, кто им сидит? Сейчас не? Я продам по-быстрику. Не нужно хлам. Ко мне кто-то стреляет? Мамка твоя. Кирилл, Кирюш, пока. Догоняй. А, ладно. Увидимся в следующей серии. Да. В следующей локации увидимся. Спасибо. Кстати, походу, да, походу, я думал, не перейдем в другую локацию. Где? Руин, это ты? О, это Vault Hunter. Get in quick. Roland's Echo Communicator went dead. We need your help. Он думает, что мы Роланд, но нет.
Да, но нет. Пешком пойдем. Тут локация следующая, Кирюш. Я успел. Убежище. А убежище? Что за убежище? О, вот это коло мне нравится локация больше, чем это. Читайте направо там что-то. Красавчик Джек, я его сейчас убью. Слишком много слов. О, лейтенант Дэвис. О, союзники, первый раз уже. Ребят, я оставил новый энергоблок. Добраться до убежища. Задание выполнено. Та-да. Это изи. Я новый энергоблок в собачку. Так, что дальше? Я теперь думаю, вольная миссия. Ну, не вольная миссия, а дойти до того восклицательного знака, как я понял. Кто-нибудь идет, нет? Награда 100 долларов. Награда, да. Ой, есть что-то. Дают выбрать пулемет или дробовик. Пусть дробовик. Правда. О, пятая план Б. Смотрите, стреляет станция. Посмотрите наверх. Где? Ага. А у нас щит. У нас вроде держит. Встретитесь со стражником у ворот, погнали. Так, погнали, погнали. Надо спасать этот город, господи. Да, ща изи. Open the gate, bitch. Слышь ты, честь. Рядовой. Открывай, твою мать. Тебя видит, он говорит, как будто ты тут один. Так, я один здесь. Кто вы? Кто вы? Я один здесь. Да. Да открывай ты, твою мать. Когда нет? Наконец-то до него дошло, что они при этом хотят. Спасибо. Живи, ребят. Я невидимо зашел. Ой, ребят, смотрите, сколько здесь заданий. Да, заданий тут масса. Там магазин есть. Сейчас целка, да, что-то втирает? Ну, это моя. Моя шкренс. Угомони ее, Кирич, я ее сейчас лицо разобью. А куда мы зашли? Ребята, у вас тоже локация началась? Да. Да. Какой-то дикий парень. Тачкомат. Господи. Я не хочу к нему идти, ребят, давайте. Он какой-то бешеный. Пошлите с ним поговорим. Ой, у него тут много всего можно спереть. Новые щиты. Где? Новые хаешки. У меня где? Щит есть 11 уровня, я уже хочу 11. Я тоже есть 11 уровня щит. Вот сейчас Риди, завет. Я Риди взял. Еще 6. На 6 теперь его. Да, у нас 6 Иридия. У нас с тобой, да, по 6. Ой, еще немножко 10. Это в общем у нас за команду. Да. Это в общем у каждого. Аккумуляторы берем, ребят. Какие? Ну, один уже Киризиал, как я понял. Я ничего. Вот еще один, вижу. Вот. Здесь вот. Вот. Изи. Взял аккумулятор. Третий у него все, ребят. Он не видит. Что он хочет? Чтоб мы пошли эти аккумуляторы ставили где-то в городе, в центре во что-то. Пошел ты. Он так расстроился, когда в него начал стрелять. Ну что, ходу тогда? Может, понапираем всего подряд? Давайте, может, все миссии наберем и все. О, магазинчик. Ура, магазин. Я вставил свой аккумулятор. У кого был второй? Ой, а что это? Как это Far Cry? Z. Что? Нет, так, сюда я не хочу идти. Ставьте кто-нибудь сюда аккумулятор. А кто брал, Кирилл? Еще один купить надо. Ой, еще один купим где-то. И что-нибудь безумное. Да, где это?